Мы, друзья, почти полдня проспали. Смотрите, уже солнышко садится. Вот такая вот красота. Кто-то ключи потерял. Очень часто взлетают самолеты именно в той стороне. И летят вот так, вот так, вот так, вот так, вот так над нашими апартаментами. Красота, да? Ой, вообще. Ветерок такой. Ну, не холодно совершенно. Здесь вот променад. Посмотрите, люди гуляют за забором. Завтра я попробую загорать по-нормальному, по-человечески. Сегодня, конечно, я вообще ни на что не способна. Немножко посидела вот здесь. Вот, правда, я, может, полчасика. И все на этом. Потом пошла спать. И в итоге вот проснулись уже вечер, время 7 часа. Может, выберемся на прогулку по променаду. Посмотрим сейчас. Там вот тоже по пляжу гуляют люди, посмотрите. Можно мопед брать. Так, ладно. Там хорошо. Мне хочется вот на тот пляж сходить, на тот берег. Арбуз достаточно такой неплохой. Вкусный. Тут у нас, друзья, ресторан. Мы сидим, думаем, пахнет едой. Вкусно очень пахнет, пахнет. И люди все с этой стороны идут, с этих стороны идут. Отсюда потом выходят. Короче, в общем, такой поток достаточно постоянный. Не такой уж промасильный, но постоянный, регулярный поток. И вот, потом мы вспомнили, что она нас днем сказала, нам хозяйка этих апартаментов, что здесь ресторан. И вот, мы, может быть, пойдем в ресторан, но не знаю, сегодня или нет, потому что сегодня реально усталость такая вообще нереальная. Какое красивое море, да, какой цвет, обалдеть, не море, а океан, океан же. О, прыгнул, прыгнул через портик. Там терракотовая скала, видите, такая прямо оранжевая. Много терракотовых скал, цвета терракоты. О, какая красота. Только что, друзья, потеряли наши телефоны, были на балконе. И вдруг нету обоих. Санди такой говорит, я же говорил, что может же кто-то к нам зайти. Я говорю, да никто к нам не может зайти. Ну, в итоге, ладно, все, нашлись. Это я, когда постелила скатерть на стол, я их убрала на кресло, ой, на стул. Короче, ладно, все, ерунда какая. Вот у нас зажгли лампочки. Мы готовим еду дома, потому что мы купили сегодня вот это мясо и все. И так как мы уставшие с дороги, мы решили, что мы приготовим это мясо и никуда сегодня не пойдем. А люди вон ходят, посмотрите, как аж даже как-то завидно немножко. Но вот сейчас как-то самочувствие расчувствовалось, хорошо стало. А то было как-то вообще не очень. Я же даже испугалась, что я заболела. Снова. Снова по новой. Но нет, слава богу. Обнаружила только что, друзья, что тут свет. Ну, конечно, это было несложно обнаружить. Но еще лучше. Теперь мы будем тут сидеть, как в лучшем ресторане. Посмотрите, на берегу океана. Какая прелесть. Обалдеть. О, как шумит, да? О, пахнет едой. Я уже не понимаю, наша или из ресторана. Как-то вкуснее запахло, наверное, наши все-таки. У нас, значит, свининка, картошка вареная и соус из яблок будет. Вкуснятина. Первый раз я на океане, друзья. Первый разик. Здорово как. Такая немножко, конечно. А никуда не собиралась, потому что аут. Так, купили мы пиво Сан-Мигель. Кто знает, напишите в комментариях, это португальское или испанское пиво. Я специально не гуглила. Думала, что обязательно кто-нибудь знает, особенно
Люди, которые уже были в Португалии, 100% знают, какое это пиво. Итак, шеф Санди уже все приготовил. Накрывать собрался наш великолепный стол. Ой, красотища. Я ему говорю, ну чего, мы пойдем вот сейчас вот в этот ресторан. Ну, конечно, мы туда обязательно сходим, но именно сегодня. Мы сидим тоже. Красота. Так, луку захотелось, друзья. Купила луку, и вот сейчас я его буду прямо есть. Это опять яблочный соус. Так, какая-то тут черная штучка. Мы ее уберем. От яблока, наверное. Так. И будет свинина. Вкусная свинина. Картошка вареная. Ой, собаки, вы чего? Ну-ка, не лайте. Волшебный ужин, друзья. Волшебный. Сейчас немножко положим маргаринчика на картошку. Так, все. Смотрите, какое мяско. Обалдеть. Так, маргарин в холодильничек. Холодильничек. Those have got the most flavor on. Ah, okay. Because they were cooked first. Всем приятного аппетита. Вкуснятина. Посмотрите-ка, друзья, включили подсветку у бассейна, так что им можно пользоваться даже ночью. Так здорово. Спасибо хозяевам апартаментов. Очень хорошие апартаменты. Мы прям сидим и нарадоваться не можем. Как здесь здорово. На улице достаточно комфортно. Ни холодно, ни жарко. Такой ветерок, бриз. В общем, все прелести жизни, друзья. На океанской. Как называется? Ой, жизни на океане, в общем.